Всем привет, дорогие друзья! С вами Меридар, с вами Смайт. Гонять мы будем сегодня на Медузе. Офигенский персонаж. Очень мобильный, очень дамаговый. Прям не знаю, очень мне понравился. Так, вот, ребята уже прям такие, оп, инициативный такой, туда-сюда фармим, убиваем, крипы лесные. Так, Медуза, почему мы мобильны? Потому что у нас пассивка, она вообще нас не замедляет, когда мы в бок движемся, да, то есть мы движемся с такой же скоростью, что и вперед. А назад мы движемся всего лишь с 50% скоростью. То есть это просто что-то с чем-то. Так, единичка, мы выпускаем 3 снаряда, да, 3 змеи. Вот, с левелом увеличивается скорость и урон. Так, это нам не надо. Да, то есть мы видим 30 в финале плюс 80% скорости. То есть очень быстро прям пулеметчица. Вот, двоечка, тоже видели, такая конусная атака появляется, мы плюемся ядом. Просто имба-скилл. Куча демеджа, большая площадь. Так вот, грамотно надо. Ого! Ничего себе! Ого! Ого! Ща Медуза может это. Того. Охренеть! Практически наваляли. Блин, вообще агрессивная игра. То есть, видите, двоечка сама по себе, она на небольшое расстояние действует, да? Сколько там? Ярд-футов 40, наверное, будет. Вот. Но если мы попадаем в кого-нибудь, то как бы из-за спины этого там крипа или бога такой вот офигенский... А, блин, убежали, а? Конус атаки расходится. Во, и троечка, мы делаем рывок. Делаем рывок, уменьшаем хил, да, ухудшение исцеления на 50%. И дамагаем. Тоже, в принципе, во. Так, я в вулкана попал, интересно. Блин, по-моему, попал. Блин, что там, пацанов-то под башню, ой, топоры полетели. Пацанов под башню зажали. Огромный косяк Медузы, это в том, что у нее мана расходуется просто очень быстро. Поэтому я вам сейчас артефакт один покажу. Просто не знаю, как воздух необходим Медузке нашей. Ой, хорошо, по всем попал, по-моему. Ой, до ульты дожили. Так, мне бы отойти как-нибудь. А давайте сейчас отойдем, да, пока крипов нет. Подруга, осторожненько. Тихенько. Ух. Так, давайте лайфлич возьмем. Да, физическая сила, вампиризм. Ой, хорошо, а? Как она это сделала? Неизвестно, непонятно. Парни, парни, сейчас еще один будет килл. Ха-ха! А, хорошо! О, класс! Ульта у Медузы, как и, ну, должно быть. Мы всех пацанов в таком вот радиусе, да, примерно, превращаем в камень. Чё там за файтинги, а? Что ты вообще? Блин. Ой, 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 пипец. Нужно было Нави помочь. Но я не думал, что у нас пол хп вяжется в драку. Да, жалко. Во, короче, превращаем всех в камень. Куча дамага, 2-секундное оглушение и замедление передвижения 3-секундное. На 40%. Это просто космос. Ой-ой-ой, сейчас прилетит. Ха-ха.
Так, видите, маны вообще пипец. Ого. 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 Блин, нужно вопрос с маной решать. Срочно. Срочно. Да, сейчас мы, наверное... Отходить нужно грамотно. Ого. Ничего себе. Ого. Все, держим, держим. Куда ж ты, господи? Это Локи нету, а? О, ладно, еще постоим. Ого, это может быть опасно. Так, что-то Чак хочет. Братишка, не надо! Да, на топор, я думаю, он не прыгнет. Он не настолько крейзи. Все, теперь я отойду. Не попал. Так, короче, что с маной делать? Рассказываю. А, превосходство, по-моему, артефакт называется. Да, вот он. Все, все ваши вопросы с маной решит. Так, что у меня по бабкам? Давайте еще тогда МПшку возьмем. То есть, видите... Маны дает. От количества маны урон нас впрокает, да? 3%. Конечно, не особо много. Но. Короче, политика партии. Троечкой чарджимся, да? Рывок делаем. Потом ульту тискаем. Во, потом двоечка, троечка. Так, не хочу я под башню заходить. Да, хотя можно было. Так, ладно, отходить не будем. Хотел к лесным крипам наведаться. Но думаю, ладно. По-моему, вообще ни в кого не попал. Непривычно, что мы не замедляемся нифига. Когда в бок движемся, то есть вообще никакого замедления. Ого, 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 инициация. Сейчас крипы подойдут. Блин, Нави улетает это. Ладно, Нави придет, я синициирую. Ух ты, прям. Ну давай, иди сюда под башню. Давай, иди сюда. Так, а ты куда? Анубис. Ого. Ого, ушел. Вот так. Вот так медуза убивает. Рывок, ульта, двойка, тройка. Так, ульту докачаем. Ого, ты чё такая дерзкая? Парни вообще попутали. Так, качаем дальше двойку. Потом все-таки, я думаю, надо тройку качать. Много дамага. Так, все, кабину развалили. Идем дальше. Так, Локи уже вышел. На самом деле я бы отошел. Анубис. Не балуй.
Ой, ждем Нави, ого, у меня уже два куска, охренеть. Пускай ману растрачивает, чак. Чак-чак. Ой, блин, я тоже отошел. Анубис! Внимание! Внимание! Так, этот лук нам вообще нафиг не нужен. Ботинок возьмем вот этот красный, скорость атаки, и вот этот критулю собираем. Ого, там уже! Четкие пацаны! Ну чё, сейчас ливать начнут. Ого! Так, интересно, Локи в инвиз уйдет? Фу ты! Истеричка. Ну, короче, да, поняли. Медуза заставляет противника просто ливать. Просто. Ctrl-Alt-Delete. И все. Так, что мы тут навоевали? 4-0-2. Так. Блин, я не знаю, что они ливнули. Нормально. Нормально могли вообще переломать. Что-то даже артефактик собирали. Эх, вы. Так, что у нас по дамагу? Урон игрокам. Я 5000. Анубис 5000. Это 5000. А, я понял. Зря, зря. Ребята, очередной раз повторяю, не сдавайтесь. Просто вы можете играть там 0-20, да, проигрывать, потом пару битв выиграть. Все, переломить, так сказать, ход сражения. И все, шах и маты в дамках. Медуза очень классный персонаж, всем рекомендую. Особенно новичкам. Просто... Не, конечно, есть персонажи попроще, да, но новичкам, я думаю, тоже зайдет Медузка. Только в путь. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Миридар. Играйте в хорошие игры. До новых встреч. Пока.